Добрый день. В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях председатель Ассамблеи азербайджанских армян, кандидат исторических наук Григорий Айвазян. Добрый день, господин Айвазян. Спасибо, что пришли в нашу студию, приняли наше приглашение. Здравствуйте. Благодарю за приглашение. Господин Айвазян, вот в связи с последними событиями в Карабахе и с риторикой, которая вот со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева, она продолжается такая вот агрессивная, где-то оскорбительная, все, что там делается. И при этом говорится, что должно быть мирное сосуществование армян с, с азербайджанцами. В таких условиях это возможно? Ну, во-первых, хотелось бы сразу подчеркнуть с самого начала мою точку зрения в этом вопросе, которую, я уверен, знают и в Баку. В результате последних событий в Нагорном Карабахе Азербайджан не является, Азербайджанско-Турецкий альянс не является победителем в этой войне. В этой войне является победителем однозначно и бенефициаром это Российская Федерация, как с геостратегической точки зрения, укрепившая свою, так и с военной точки зрения, которая укрепила свои позиции на Южном Кавказе, фактически превратив окончательно оставшуюся часть Нагорного Карабаха в свою военную базу. В Турции и Азербайджане, естественно, этим не удовлетворены, ни такого исхода военного конфликта они ожидали, но великие державы сами ведут свою игру, и исходя из этого мы можем наблюдать ту риторику, о которой вы упомянули сейчас, в данный момент. Конечно, это не последняя Карабахская война для турецко-азербайджанского тандема, поскольку своих окончательных целей они не достигли, так что продолжение может следовать. И несмотря на то, что Азербайджан себя пытается представить в качестве союзника России в данном вопросе, пытается при плохой игре сделать хорошее выражение лица, на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. И здесь от нас очень многое зависит. Как мы будем выстраивать свою внешнюю политику? Либо мы должны будем поддаться на шантажистские, пропагандистские действия Азербайджана, который всячески пытается русофобию насадить как в Армении, так и в Карабахе, для этого не жалея ни сил, ни средств. И в определенной степени мы видим антироссийскую риторику в данный момент, при том набирающую силу цунами. Если мы поддадимся этому, тогда азербайджанско-турецкий тандем, возможно, достигнет своей окончательной цели. В противном случае, если мы в ново сложившихся геостратегических ситуациях правильно займем свою позицию и будем не лузерами, а юзерами, вполне возможно еще наши позиции отыграть назад. Не стоит забывать, что Азербайджан – это колосс на глиняных ногах, раздираемый множеством внутренних противоречий, где все завязано на одном человеке, личности диктатора Азербайджана Ильхама Алиева. А как мы понимаем, насколько бы не было хорошо здоровье у человека, в данном случае это не совсем так, значит, никто не живет вечно. Азербайджан имеет, помимо карабахской проблемы, также внутриполитические проблемы, как я указал, вопросы с национальными меньшинствами, талыши, лезгины и так далее. Многократно российская сторона и в лице Лаврова, да, министра иностранных дел Российской Федерации, и в лице президента говорили, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не закрыт, как бы не хотелось этого Ильхаму Алиеву, о чем он постоянно говорит, на уровне бреда это даже доходит. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые оказались за бортом этой ситуации, в данном случае это США и Франция, тоже многократно выражали свое недовольство тем, что они оказались не у руля ситуации, и на нынешний момент единственная возможность, единственный шанс с их стороны хоть как-то быть вовлечены в этот процесс, это вопрос признания Нагорного Карабаха. Сейчас они по-другому не могут никак вернуться в этот формат. Также мы должны вспомнить следующий вопрос. Владимир Путин многократно подчеркивал, что в отличие от той искаженной ситуации, которую представляет
азербайджанская сторона, Нагорно-Карабахский конфликт является конфликтом этническим, то есть спровоцирован, и корни он неоднократно указывал в Сумгаите, Баку и других погромах на территории современного Азербайджана. В свое время все на протяжении многих лет армянская сторона не смогла выстроить грамотную свою позицию, не было видения решения вопроса Нагорного Карабаха, Миацум, то есть воссоединение ли, признание ли независимости, например. И то же самое, значит, по вопросу беженцев из Азербайджана. На протяжении 30 лет азербайджанская сторона, так скажем, спекулировала на вопросе беженцев, которых у них не было. А армянская сторона, тот главный козырь, который можно было бы поставить на переговорный процесс, чтобы реально показать причинно-следственную связь карабахского конфликта, не использовала. Остается надеяться, что горькие уроки будут извлечены правильно, и мы не будем наступать на одни и те же грабли. Вы затронули очень широкий спектр вопросов, по ходу будем их раскрывать. Один из таких моментов, который вы указали, что российская сторона является бенефициаром, что по результатам войны она укрепилась в этом регионе, но ведь не только она укрепилась, Турция тоже, в принципе, усилила свои позиции, и сейчас уже ведется разговор о том, чтобы военные базы, возможно, в Азербайджане будут установлены. Но как это, во-первых, насколько это реально, потому что чтобы страна, которая входит в НАТО, она бы установила свои военные базы в стране, которая, в принципе, вот Россия позволит, чтобы в Азербайджане были бы турецкие базы? Де-факто турецкое военное присутствие уже давно имеется на территории современного Азербайджана. Можно сказать, зафиксировать, что на Нахичеване имеется военная база. Мы видим, что на днях только опять где-то седьмые или восьмые учения, если разделять нахичеванский и бакинский участок, военные учения после войны только были, а уже объявлено о том, что в сентябре будут новые турецко-азербайджанские, возможно, Пакистан к этому примет участие в учении. В Кремле, естественно, этим недовольны, но по факту это так называемая Шушинская декларация призвана зафиксировать уже случившийся факт, то есть узаконить турецкое военное присутствие на территории современного Азербайджана, который потерял остатки своего суверенитета в результате последней войны. Абсолютно потерял, потому что для всех известно, что эта война имела такой исход благодаря турецким усилиям. И действительно, в Кремле крайне недовольны такой возможностью, поэтому параллельно идут обсуждения по поводу возможного вовлечения Азербайджана, так скажем, в структуры, в которых Россия инициировала все, что есть, ОДКБ, будь то ЕЗС и так далее. Значит, ну, со стороны Кремля мы наблюдаем недовольство. Недовольство также вот последними действиями, предпоследними больше, в последних Россия поучаствовала, связанных с посредничеством, американско-грузинским посредничеством по поводу возвращения военнопленных. И здесь тоже нужно быть очень осторожным. С одной стороны, с гуманитарной точки зрения, действительно, жизнь каждого человека дорога, но есть здесь и другой вопрос. Есть вопрос, чтобы мы не поощряли азербайджанскую сторону, чтобы она шла по пути шантажа и дальше продолжала. Вот сейчас у них 600 военнопленных. Ну, мы им карты возвращаем взамен этого. Понятно, что из них около 20% только точности имеют этих карт, но тем не менее, фактически мы облегчаем то, что азербайджанская военная структура приближалась к границам оставшейся части Арцаха и Армении, чтобы осваивались оккупированные Азербайджаном территории. И, значит, в данном вопросе мы должны зафиксировать одну очень важную вещь, что такая политика неприемлема, тем более, что, значит, ну, сегодня у нас 600 пленных, завтра они возьмут еще, мы знаем, их присутствие на территории Армении имеет место уже, да, около 9
9 квадратных километров оккупированной, около тысячи аскеров военное присутствие азербайджанское. Слышали во время последнего времени обострение на границе, заново перестрелки, раненые солдаты. И если мы будем и дальше подыгрывать алиевскому режиму, ну еще они вместо 600 пленных возьмут 6 тысяч пленных. Что мы им взамен отдадим этого торга, взамен на своих людей и свои территории? Ереван в следующий раз отдавать будем или как? Надо с этим вопросом определяться. И надо, чтобы профессионалы своего дела в любой сфере деятельности занимались в Республике Армения. Сейчас мы на уровне дилетантизма не имеем права. Ошибка может быть фатальной. Ну вот вы говорите, у них в принципе есть претензии на Ереван и на Севан, они не раз об этом говорили. И кроме такого военного, в общем, присутствия, военной агрессии, они ведут и вот такую агрессивную риторику с их стороны, мы наблюдаем, и их действия, вот этот вот, это вот аллея, музей, который они создали после войны, это... Опять они нагнетают вот эти вот настроения, при этом есть мнение, что они просто пытаются, чтобы вот армяне, которые остались в этом анклаве, в этой части Карабаха, чтобы просто они ушли под давлением. Возможно, что вот просто со временем, в ближайшие годы армяне просто оттуда уйдут, и на место них придут азербайджанцы, как это случилось в Нахичеване. Мы потеряли Нахичеван, там уже нету просто армян. Это целенаправленная политика. Целенаправленная политика психологического террора. Угу. А вот эти разговоры, которые взял на себя клоун азербайджанского Шапито Турал Гянджалиев, так называемый глава азербайджанской общины Арцаха, интересный момент, да, вот мы говорим их неактивная деятельность, но на самом деле, если приглядеться к этим вопросам, как может быть внутри Азербайджана, если Азербайджан не признает это как отдельное государство, какая-то азербайджанская община какого-то региона Азербайджана. Это все выглядит так браво и здорово на фоне отсутствия наших внятных действий на протяжении этих многих лет на самом деле. Так что тут не все так просто. Азербайджан, да, действительно, говорят, вот опять-таки ветра из Абширона пытаются это внушить, что, значит, в сентябре где-то Ханкянди им, так называемый Степанакерт, передадут и так далее и тому подобное. Но вместе с этим мы видим, что даже бывшие жители Шуши, азербайджанские тюрки, не торопятся возвращаться во главе с тем же самым Туралом Гянджалиевым на места прежнего проживания. Им очень понравилось Баку, и оттуда их оттуда поганой метлой теперь не выметишь. У Азербайджана есть серьезные проблемы с освоением оккупированных территорий. Ну, для этого они пытаются привлечь семьи террористов, участвующих в последней агрессии туркоманов в основном, и не только, конечно. Но это тоже мина замедленного действия в самом Азербайджане. Мы знаем, большинство населения Азербайджана шииты, и у них, мягко говоря, не очень хорошие отношения с суннитами, которых переселяют туда, так что многое от нас зависит. Как я сказал, в Азербайджане многое замешано на личности Ильхама Алиева. Не исключено дестабилизация, если вдруг будет, мы же знаем, для чего, для каких целей была назначена, например, на должность вице-президента Азербайджана его супруга, да, с целью транзита власти. При транзите власти не исключено повторение нестабильности гражданской войны, и тогда бы мы могли восстановить справедливость. Я не согласен с теми утверждениями, которые с азербайджанской стороны делаются постоянно, что это реванш. Это не реванш, это восстановление справедливости. Но если мы будем сейчас, будучи настолько зависимыми от российской стороны, разжигать антироссийские настроения в Армении и в Арцахе, позволять гражданское неповиновение, столкновение между разными группами лиц, это будет самым большим подарком режиму Алиева. Так что мы должны в этом вопросе быть очень осторожным. Еще раз скажу, не все потеряно. Не все потеряно еще, и даже последние выборы не совсем, вот как Азербайджан пытается представить, ему по вкусу были. Для Азербайджана более приемлемый сценарий был бы, если бы
они закончились, эти выборы, гражданским противостоянием, гражданской войной в Армении, которую они и воспользовались. Не случайно, что азербайджанская сторона предчувствие, точнее, в данном случае тут не предчувствие, а конкретный расчет. Возможное обострение взаимоотношений также с Российской Федерацией пытается делимитировать границу и с Российской Федерацией, окончательно получив последнюю роспись на бумажке, где проходит граница. Недопустимы всякие разговоры, которые в последнем дискуссии идут, по поводу делимитации, демаркации границ Армении с Азербайджаном. Во-первых, у нас нет мирного договора с Азербайджаном. Во-вторых, еще до выборов Ильхам Алиев, будучи главой государства, четко обозначил условия азербайджанские: признать так называемую территориальную целостность Азербайджана, включая Арцах. Приемлемо ли для нас это? Приемлемо ли для нас то, чтобы, например, если в такой ситуации действовать, то получается, что были напрасны все жертвы, все погибшие люди. Вот те военнопленные и так далее, которые сейчас, о них речь идет, у них кровь благородная, а у тех десятков тысяч погибших крестьянская. Мы не должны забывать, что помимо населения Нагорного Карабаха, мы на территории Азербайджана имели очень большое присутствие армянского населения на территории современного Азербайджана. То есть мы и на территории современного Азербайджана жили на своих землях. Речь идет о Аутике, равнинном Карабахе, Гардманке, северном Арцахе, да, или Нагорном Утике, население Абшеронского полуострова, где, например, мы, армяне, наше присутствие, мы там гораздо дольше проживали, мы коренной автохтонный народ данного региона. Просто в свое время мы пропустили вопрос демографии, и пришлый тюркский элемент на наших собственных землях стал доминантой в численном отношении. И теперь что, мы готовы и эти территории уступить? Все, вот это касается каждого жителя, в том числе и современной Армении. На протяжении 30 лет мы находились в незаконной блокаде со стороны турецко-азербайджанского тандема. Вообще эта блокада является актом войны, в принципе. И, значит, экономическая наша ситуация во всех сферах, это отставание, дикое отставание, было обусловлено этим. Каждая из семей Армении на своей шкуре почувствовала азербайджанскую агрессию. Если мы сейчас подпишем по азербайджанскому сценарию этот договор, что, разве это получается, все было напрасно, все наши жертвы были напрасны на протяжении этих 30 лет каждого из наших телезрителей, каждой семьи, которая оказалась в эмиграции, которая прошла через такие испытания, про которые не любят рассказывать. В социальных сетях только постят про свои достижения, а то, с чего они начинали, и зачастую реальная ситуация, в которой они находятся, это не показывается. И я не считаю, что это все было напрасным, и поэтому исключено. Любая уступка Азербайджану будет провоцировать новую агрессию, новые претензии. Азербайджан не скрывает свои претензии. Например, вот накануне войны, если я не ошибаюсь, 6 или июня или августа 2020 года в Азербайджане воссоздали, реанимировали правительство западного Азербайджана и Еревана, которым они Армению называют. Это накануне войны было. Мы сейчас видим административные поправки в соответствующие законы Азербайджана о экономических регионах, где говорится по поводу так называемого... Ну, в данном случае впечатление складывается, что они нашу историческую географию лучше знают, чем многие в Ереване. Действительно, Зангидзур, да, часть Сюника, то есть... Он же в свое время был разделен на две части. Одна часть отошла в Азербайджанской ССР, вот то, что сейчас провозгласили. Да, в свое время эти территории то в Сюник входили, то в Нагорный Карабах входили, вместе, в том числе вместе с армянской частью Зангидзура. В историко-географическое понятие Нагорный Карабах. Но вот Азербайджан продолжает целенаправленно политику в этом отношении. От нас зависит, готовы ли мы смириться с потерей государственности и к тому, чтобы оставшейся части нашего народа была уготована судьба экономических эмигрантов. И могу уверить вас, как человек, знающий ситуацию изнутри, кроме как на родине, мы нигде не нужны. Так что пускай не мечтают особо.
Вы упомянули, что вот 30 лет мы были в блокаде со стороны Азербайджана-турецкого тандема. Сейчас ведутся переговоры о разблокировке также коммуникаций в регионе. Исходит ли это из наших интересов в данном историческом периоде? Разблокировка коммуникаций всегда исходила из наших коренных интересов. Не мы заблокировали эти коммуникации. Эта блокада была со стороны Азербайджана и Турции. Не мы заблокировали, не нам разблокировать. Это во-первых. Во-вторых, в данном случае мы должны понимать контекст. А контекст в чем заключается? Контекст заключается, что под этим разблокировкой коммуникации азербайджанская сторона в первую очередь и в основном понимает не то, чтобы нам предоставить дорогу, как нам пытаются кое-кто тут лапшу на уши навешать, что через Баку будем ездить в Москву или наши товары. Да, вот спят и видят они там в Баку, чтобы ваши товары, где в Азербайджане нет необходимости ни в какой ваших товарах. В первую очередь подразумевается именно связь между Азербайджаном и Нахичеваном. В первую очередь об этом речь идет, завуалировано. Вот это называется разблокировка коммуникации. В наши интересы это особо не входит. Если говорят, что вот мы предоставим им дорогу до Нахичевана, зато в Москву будем ездить через Баку. Какой вы в Москву будете ездить через Баку? Совсем, говорят, да, как говорят, берега попутали. Вон, российский журналист армянского происхождения, в последнее время скандал был, задержан. Военнопленных судят по надуманным этим. Как вы представляете себе транзит, например, пассажирский транзит или транзит наших товаров при том уровне арменофобии, который продолжает накаляться в Азербайджане? Как вы правильно напомнили, на этот бесчеловечный парк так называемых военных трофеев, посмотрите, где манекены, изображающие армян, установлены. Эти манекены, которые больше похожи на нынешнего президента Азербайджана, чем на армян. Об этом надо все говорить. Нельзя быть односторонним сторонником мира. Такого мира не бывает. Мир на азербайджанских условиях – это то, что Армения должна не существовать. Если на флаге Азербайджана изображена луна, к слову, это же не значит, что луна – составная часть, неотъемлемая часть Азербайджана. Если Азербайджан провозглашает, что Нагорный Карабах – его часть. Если Азербайджан претендует на территорию Армении, это не значит, что по факту это так. Это результат бездействия на протяжении, вот я говорил, да, на протяжении 30 лет. Все, что вот наше Министерство иностранных дел делало на уровне крупных чиновников, до копейки, вот за эти командировки, за эти разъяснения, до копейки должны вернуть государственный бюджет. Потому что война начинается там, где заканчивается дипломатия. Как видно, у нас провальная дипломатия была за столько лет. Имея на руках такие козыря, ахиллесова пята Азербайджана, это геноцид армян в Азербайджане, который мог бы стать примером и доказательством для международного сообщества невозможности мирного совместного существования арцахских армян и азербайджанских тюрок в рамках единого государства, это не использовалось, этот вопрос искусственно был отсечен в эти годы переговоров. Смотрите, более 12% населения республики оставляли беженцы с территории Азербайджанской ССР. В каких структурах государственных, политических и так далее власти их интересы были представлены? 12% по этому уровню Армения на первом месте на Южно-Кавказском регионе была. Это в несколько раз больше, чем все национальные меньшинства вместе взятые, которые по последней конституции представительства имеют в парламенте Армении. Кто наш голос за столько лет слышал? Вот кто хотел слышать наш голос? Или нам нечего было сказать? Почему Азербайджан создавал и поощрял, да, представительство переселенцев из Армении в Азербайджане в качестве правительства в изгнании, переселенцев из Карабаха в качестве общины, а армянская сторона полностью игнорировала единственный козырь, который имелся на руках, который доказывал невозможность этого сосуществования двух общин, я имею в виду азербайджанских армян и азербайджанских тюрок в рамках единого государства. Если говорят про возвращение беженцев, если говорили про анклавы, почему не говорят про армянские анклавы? Чего добиваются? О чем речь? Сейчас, если мы говорим про Кярки и два анклава на территории Таушской области, вы знаете, вот сейчас возмущение, да, есть, что когда проезжаем через Сюник, в нескольких местах добро пожаловать в Азербайджан, такие
застаки стоят. То же самое будет, мы знаем, где эти анклавы находятся. По дороге из Баграташена, которая ведет до Инджибана, например, на севере. Это несколько раз и там будут такие заставки. И то, что, например, Кхиаркхети и Гранашен находятся очень близко от дороги, которая связывает Араратскую область с Вайодзором и Сюником. Об этом кто говорит? Какая делимитация? Какая демаркация? В направлении Нахичевана азербайджанская сторона свои позиции вперед продвигает, и наши населенные пункты уже под ударом находятся. Пора собраться, так скажем, собрать весь потенциал и не делить народ на черных, белых, там, пушистых. Или, ну, конечно, пятая колонна всегда существовала и дикостью, кажется, поощрение, вот сейчас, когда смотришь, как антироссийские, антиармянские даже заявления, тюркофильские заявления звучат. Вот мы должны с ними жить, если вы так хотите с ними жить, вот я бакинец, езжайте в Баку, поселитесь в моей квартире, посмотрим, как они вас там приласкают, как они вас встретят там. Во всяком случае, на международном уровне обсуждается вопрос возвращения коренного населения, которое жило в Карабахе, то есть как должны сосуществовать армяне и азербайджанцы. А население Гадрута – это не коренное население. Оккупированные территории восточной части Мардакертского и Мартунинского района, к слову, не коренное население. Население Шаумяновского сельского района северной части Ацаха – не коренное. Компактное население Гардманка – они не должны вернуться туда. Армянская часть Кировабада была, Ганзака, Гянджи. Они не имеют права вернуться. В конце концов, можно миротворцев и в Баку поставить между армянскими и азербайджанскими кварталами. Надо поднимать эти вопросы. Мы не поднимали в свое время. Сейчас позорище. И во время апрельской войны, во время войны, первой войны, в 94-м году, которая закончилась, можно сказать, но не закончилась, Харадатар, мирное перемирие. И позорище, что во время нынешней войны Арцах даже со стороны Армении не был признан. Сейчас в социальных сетях вот эти прозападные круги постоянно муссируют, крутят вот это видео, где Владимир Путин говорит, что Арцах — это часть Азербайджана. Но это же вырвано из контекста. Он говорит, даже Армения не признала Арцах. Даже Армения подсказывает. Уже во Франции во время войны, да, верхняя и нижняя палата парламента приняли, так скажем, резолюции, поощряющие, призывающие правительство Франции признать независимость Арцаха. Владимир Путин и Министерство иностранных дел Российской Федерации уже устали призывать к этому Армению. Все мировое сообщество, Америка ждет. Кто должен? Сейчас российские войска находятся на территории Арцаха. Не будет же воевать Азербайджан или Турция напрямую с Россией. И мы должны вспомнить, что как Владимир Путин что сказал, если будет эскалация и какая-то попытка агрессии против российской в присутствии, то есть два варианта. По варианту Осетии и Абхазии, то есть признание этих республик, и Крыма, то есть признание и обращение к России с просьбой принять в ее состав. Это все есть. Почему никто ничего не делает? Почему никто не пользуется открытыми месседжами? Как до войны, вы вспомните в свое время, да, правящие круги организовывали там с непарламентской оппозицией встречи, я еще говорил, из-под парты там или еще из-под стола кого-то, а экспертного сообщества, мнение экспертного сообщества, никто не прислушивается. Будем надеяться, что, еще раз говорю, уроки из этой войны будут извлечены соответствующие. Знаете, есть положительный один, есть такая пословица, говорит, когда ты опускаешься так низко, что падать больше некуда, есть одна дорога, только вверх. Ну вот, я думаю, что в результате этих всех событий наша ситуация настолько тяжелая, что кроме как развиваться, восстанавливать свои силы и не говорить, что в одностороннем порядке, пускай мы не будем из-за Черного озера воевать, пускай зайдут еще поглубже, пускай что захотят, забирают, это же поощряет азербайджанскую сторону. И надо еще напомнить, о чем многие забывают, в результате последней войны азербайджанская военная машина была очень тяжело надломлена, очень тяжело. Большинство из погибших, это по экспертным оценкам военных, около 20 тысяч, несмотря на то, что говорит, только погибших, и столько же тех, которых уже в строй не вернутся. Большинство из погибших, это представляли элиту азербайджанской армии. Это
представители спецназа, высокого офицерства, на то, чтобы, посмотрите, например, их не военный потенциал был насколько надломлен, если я не ошибаюсь, бронетехники 70% они потеряли. Это сколько времени? Они сейчас пытаются лихорадочно, предчувствуя, что, возможно, новая война скоро развяжется, пытаются восстановить свои силы, пытаются, но на это им много лет понадобится. На освоение этих территорий много лет понадобится, если мы не передадим все окончательно карты, а то уже, это я смотрю, там расчувствовались. Там говорят, какая разница, Агдам уже на, Агдамский район находится в, значит, под контролем Азербайджана, а то, что Азербайджану нужно контролировать эти территории, то, что военные инфраструктуры размещать для уничтожения оставшейся части Арцаха, то, что они хотят заселить эти территории, и то, что эти военные, вот эти мины намного бы, это не я говорю, это Ильхам Алиев говорит. Говорит, что им бы 10 лет понадобилось на разминирование этих территорий и гигантское количество средств, на которые сегодня они будут беспилотники снова закупать, и не только. Это мы что делаем вообще? Это что творится вообще? Еще раз говорю, искусственная повестка дня, которую на нас навязали, так называемый Зангидзурский вопрос. Сейчас мы говорим про выведение войск с территории Зангидзура и Армении, и уже забыли про Арцахский вопрос, который в тылу находится. А между тем, азербайджанское войско, которое находится на оккупированных территориях, до сих пор находится между молотом и наковальней, между территорией Армении и оставшейся под армянским контролем частью Арцаха. Это не все так потеряно. Я говорю, любая дестабилизация внутри Азербайджана может привести к ситуации, которая для Азербайджана, которая хуже, чем во время Первой Карабахской войны была. Но для этого мы должны грамотно строить свою и внешнюю политику, и отношения с союзниками, и внутреннюю политику, и вопросы экономики решать, а не то, чтобы там, не знаю, заниматься внутренними разборками. Должны все помнить, что мы все находимся на одном корабле, и слишком сильно раскачивать его не стоит, потому что имя которому Республика Арцах и Республика Армения. Сильно раскачивать, если он его сильно раскачивать, он может пойти ко дну, а пойти ко дну значит со всеми нами. Ну вот мы видим, что они уже активно осваивают территории захваченные, причем застраивают, устраивают там праздники, какие-то шествия. Шуши они объявили уже столицей, культурной столицей Азербайджана, даже рассматривается это объявить культурной столицей тюркского мира. Вот. И при этом наши культурно-исторические памятники, которые остались на этой территории, мы наблюдаем уже вандализм, наблюдаем, что просто уничтожение. То есть сейчас, пока эта территория находится вот, под их контролем, действия нашей стороны какие должны быть? Можем мы как-то вот, наши памятники что-то вот сделать, чтобы сохранить их? Во-первых, они осваивают пока что языком Ильхама Алиева, его жены и Эрдогана. Языком они пока что только осваивают. Реальных действий на освоение у них, ни ресурсов на это нету. Не случайно Алиев там по всем странам мира исламского ездит с протянутой рукой и предлагает там вложения какие-то в эти территории сделать. Давление оказывает на бывших жителей этих территорий с целью изгнание их из сейчасшнего места проживания, они не стремятся возвращаться на эти территории. Вот даже последняя громкая акция была, что те квартиры, которые для переселенцев из зоны были, должны были быть предусмотрены, раздали аскярам и семьям погибших. Да, так что они пока не осваивают, это больше как провокация психологическая и моральное давление на население Арцаха с целью его вытеснения. Вот как раз о чем речь идет. Так что от нас зависит, поддаваться на это, подыгрывать им или вести собственную игру, которая, пытаясь не противоставлять наши интересы великим державам, а играть на сопоставление наших интересов, сопоставление. Это во многом зависит от нас. Но пока что коллективного нас не видно на горизонте. Угу. Можно это констатировать. Что касается наших культурных памятников. Смотрите, на протяжении 30 лет мы осваивали эти территории. Посмотрите, в каком состоянии они. Пустые территории. Мы еще один подарок азербайджанской стороне сделали, когда во время войны эвакуировали все мирное население Карабаха. Все мирное. Солдаты стояли, у них в тылу не было мирного населения. Пустыш, там людей не было.
Благодаря российскому присутствию стало возможным возвращение туда. Но русские присутствуют там не ради армян, а исключительно ради своих интересов. Но там мирное население должно быть. Лавров что сказал? Гарантом безопасности мирного армянского населения Арцаха являются российские миротворцы. Если это население оттуда уедет, посмотрите, программы вот проводят, да, я как-то говорил, одна американская благотворительная компания под названием «Пюник». Значит, в Калифорнии действует в основном с целью переселения, заселения арцахцев в приграничные зоны Армении, в Тауши, Зангидзури, показывают центральные армянские телеканалы, первый армянский телеканал, например. С утра до вечера расхваливают, как они хорошо устроили здесь арцахских учителей, арцахских врачей, вместо того, чтобы помочь людям вернуться на родину, заселить. Смотрите, около 12 тысяч квадратных километров территория Арцаха была в свое время, да? Это сравнимо с территорией Косово, где население 2,5 миллиона было, а на территории Арцаха от силы 150 тысяч. Кто-то сейчас сомневается даже на оставшейся территории Арцаха, скажем, 3173 километра, что там не поместится, например, 150 тысяч человек. Правда так? Это же вопрос целеустремленности. В данном случае не просто в целеустремленности, а как раз в цели. Какая цель? Сохранить Арцах армянским или, как сказать, подыграть Алиеву и опустошить его? И то, и другое реально, смотря от того, как мы будем действовать или бездействовать в данном вопросе. Из этого же жанра наши культурные ценности. Посмотрите, как глумятся над нашими хачкарами, над нашими церквями уничтожают. Значит, могилы из могильных плит делают дороги там. Кто, где, когда, кому об этом там говорит. В другом вопросе весь христианский мир бы уже на ушах стоял, что надругались над крестом, символом христианской веры и так далее. Из этого можно было бы огромную пропагандистскую, ну в данном случае, то, что истину фиксирует, кампанию провести. Кто об этом толком говорит? Только говорят, что одни идут на выборы со звездой, другие с серпом, третьи с молотом, получается флаг Советского Союза, то есть герб Советского Союза, один из его символов. Ну и что? Да, ну вот в том-то и вопрос, что для у нас этого политической настоящей элиты за 30 лет не сформировалось, к сожалению. И все из этого идет. Раньше обвиняли руководство, что они назначают по принципу племянник, родственник, там, я не знаю, еще что-то. А вот в эти последние 3 года, которые вот вроде должно было что-то измениться, да, типа в лучшем направлении, стали назначать, кто с кем ходил, шагал, кто с кем в пабах сидел, курил что-то там, или эль пил, или еще кто-то. Что изменилось? Принципиально, что изменилось за это? Ну, также братья, племянники, ну, все остальные тоже находятся. Ну, и это тоже осталось. А экспертное сообщество так и осталось на 101 месте. Потому что, когда мы поймем, что в нашем обществе должны оцениваться по личным и профессиональным качествам любые деятели, а не потому, кто чей родственник, кто с кем шагал, кто с кем курил, тогда изменится что-то реально в нашей стране. Если это будет продолжаться, это тупик, дорога в никуда. Мы сейчас видим, что основными акторами, как вы уже отметили, в этом всем конфликте, это Россия, Турция, ну и Азербайджан с Арменией. А вот другие сопредседатели Минской группы, Америка и Франция, они больше на втором плане. Насколько необходимо вот возвращение их тоже вот в активную фазу переговоров? Ну, это их необходимо им в первую очередь, не нам. Как и то, что делает Россия, делает исключительно из своих геостратегических интересов, а не за наших красивых глаз, что бы ни делало. Значит, в данном случае, как я сказал, нам надо свои интересы сопоставить с интересами игроков. Байденовская Америка же заявила, что они возвращаются снова во все регионы мира, которые при Трампе была более пассивная политика. Франция недовольна во время войны, посмотрите, сколько раз заявлял Макрон, Эммануэль Макрон о поддержке Армении. Грех не воспользоваться этим раскладом. Но мы увидели только заявление, но не увидели каких-то активных действий. А с нашей стороны что было сделано? Они ждут, чтобы мы признали Арцах. Мы его признали или мы думаем, что Франция сначала признает, а потом мы будем признавать? Мы как отреагировали на это?
Ну вот именно военная фаза, как многие эксперты отмечают, самая была удачная для того, чтобы наконец признать. Почему тогда? Это было обязательно сделать. Это было не сделать невозможно, не должно было не сделать. Ну, вот потому сейчас... что все, что мог сделать Азербайджан, это начать военные действия. Так он уже начал истребительные военные действия с применениями запрещенного оружия по отношению к мирному населению. Это как раз это и в 2016 году можно и должно было сделать. Но сейчас еще можно. Конечно, а сейчас тоже можно. Сейчас же российские войска там находятся. Ну, мы признали, что делает Азербайджан дальше. Начинает убивать русских там. Или через голову русских армян начинает резать. Да не будет этого. Не будет. Они хорошо свои силы знают. Я же говорю, военная машина Азербайджана поломана. Когда в Шушу там. Это уже пускай потом военный трибунал расскажет, разберется, как это произошло, при каких обстоятельствах они там оказались. Да? Оно же находилось уже на издыхании, из последних сил, наступательного потенциала у них больше не было. Подписали бы мы, некоторые люди говорят, вот мы подписали, чтобы спасти 20 тысяч солдат, потом 20 стало 30, ну так геометрической прогрессии растет. Ну тогда бы подписали, так вообще тогда бы, когда вот поднимали вопрос о Миацуме, знали, что больше 500 000 армян живет в Азербайджане? Если такие миролюбивые, если такие конструктивные, знали, нет об этом? Знали историю Турции? Знали, что турки и азербайджанцы это одно и то же? Знали, чем вопрос Миацума закончится? В свое время поднимался вопрос Энозиса, соединение матери Греции с Критом, во время которого турецкое правительство и турки учинили гигантские турецкие погромы, греческие погромы на территории Турции, и более чем 90-летнего константинопольского патриарха повесили на дверях патриархии. А когда Миацум говорили, не знали, что то же самое там будет? А если знали и пошли на эти жертвы, то что сейчас за миролюбивые так называемые разговоры в одностороннем порядке? Ой, Ченгналу, да, не будете воевать в Карабахе, будете погибать на территории современной Армении, в Сюнике будете погибать в Тауше, все равно эти жертвы будут, потому что мир односторонним не бывает. Азербайджанская страна не предрасположена к миру. Сейчас задним числом не надо быть уж сильно таким конструктивным. Обвиняют, они, понимаешь ли, обвиняют ОДКБ. ОДКБ, как для особо одаренных, объяснила, что если на твою территорию вошли войска, ты должен был или их уничтожить, как террористов, говорят, с террористами не ведут переговоры, террористов уничтожают. Ты должен был бы их уничтожить или взять в плен. Около 1000 человек там было. Вот сейчас бы торговались с Азербайджаном за это. И если бы военные действия, а Азербайджан, еще раз говорю, не в состоянии на крупномасштабные военные действия пойти до сих пор. Один, в любом случае. Если бы мы свой шаг сделали, тогда бы имели право обратиться к ОДКБ, потому что военные действия. А сейчас они нам говорят, и в России говорят, и ОДКБ. Говорит, ну вы же конструктивно сидите, переговоры ведете с теми, кто оккупировал вашу территорию. Ну вот и продолжайте вести. Завтра в Ереван войдут и с ними будете вести переговоры. Вы же не воюете, вы с ними переговоры ведете. Вот в том-то и дело. А мы что делаем? Что значит переговоры вести с террористами? В мире принятая практика их уничтожать. О чем речь? Это же элементарные истины. Элементарные истины. Говорить, что не понимают эти элементарные истины. Ну, знаете, я не сомневаюсь, чтобы не понимали. Но в любом случае здесь всего два варианта есть. Один вариант — это некомпетентность полная. Второй вариант — это понимание, но специальные действия. Оба из этих вариантов ничего хорошего не сулят нашей родине. Посмотрите, остается смешно даже. Наши руководители на протяжении многих лет, даже элементарно, если мы хотим внешнюю политику вести, наш стратегический партнер, а это Российская Федерация, вот сейчас еще в Сюнике хотят войска разместить, Гегар-Куники войска разместить, армянскую армию ликвидировать, как Алиев сказал, зачем вам нужна армия? Это же первый Алиев сказал, он сказал, Армении армия больше не нужна, все, мы обеспечим вашу безопасность, Азербайджан будет обеспечивать нашу безопасность. А мы, значит, идем до такого уровня, что многие из наших переговорщиков, например, в России, для того, чтобы с русскими разговаривать, в переводчике нуждаются. А уже куда о дипломатии говорить? По-русски говорить не могут даже, по-русски. Русский язык утратили,
английский язык не нарастили, по факту это так, к сожалению. За исключением некоторых отдельных единиц. Понятно, язык это не только самое главное. Помимо языка надо материалом владеть, историей и так далее. Но если даже этого элементарного нету, посмотрите, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с Лавровым обвинил армянскую сторону в нацизме, в антисемитизме. В то время как Азербайджан первая страна по антисемитизму в регионе, не смотрите на эти отношения с Израилем и местной еврейской общиной горских евреев. Это очень кратковременный союз. Значит, говорит про армянский легион, про Галегина Нажде. А то, что азербайджанский легион, значит, вермахта, фашистской армии, в два раза превосходил по своей численности армянский, то, что в свое время значит, Адольф Гитлер отзывался, в отличие от армян и грузин, которым он не доверял, об азербайджанцах положительно, что они преданы рейху, то, что основатель, один из основателей азербайджанского государства, Расул Заде, где на каждом шагу натыканы там его памятники, был крестным отцом азербайджанского легиона, мы об этом молчим, этот идет там, говорит, и играют на тонких струнах российской души. А мы молчим обо всем этом. Мы молчим. Почему молчим? Может, язык надо заново выучить? Может быть, поучиться надо немного? Кто его знает? Ну, они очень любят и гордятся, так сказать, своим мультикультурализмом. Все время говорят, что вот смотрите, у нас в столице так много разных проживают национальностей. И все да, такое. Вот смотрите, мультикультурализм. Значит, если говорить про мультикультурализм, смешно. Армянское население Азербайджана более 500 тысяч исчезло. Армянская церковь? Значит, русское население Азербайджана, которое более полмиллиона составляло, сейчас от силы 87 тысяч человек составляет. Посмотрите, где полмиллиона, где 87 тысяч. Это мультикультурализм, их отношение к церквям, их пропаганда тюркскости, их армянофобские вообще человека. Посмотрите, откройте их школьные учебники истории. Что там написано про русских? Что там написано про армян? Посмотрите, даже про русских, про это мало кто говорит. Вот недавно все удивились, вот Соловьев в шоке, что он открыл учебники истории. А он бы открыл более поздние учебники истории, например, не 7 класса, а 9, 10, где написано, что, значит, русские оккупировали Азербайджан, русские армяне геноцид над азербайджанцами устроили, разделили северный и южный Азербайджан, нещадно эксплуатировали недра Азербайджана, весь советский период оккупации назван, в советский период оккупации, в то время как фактически становление государства и его экономики в это время было. Вот, об этом никто не говорит. Об этом никто не говорит. Ну, я не знаю, дальше уже что сказать. А находясь в рамках цензурной лексики, дальше говорить трудно на эти темы. Да. Господин Айвазян, большое вам спасибо за интересное интервью. Ну, благодарю вас.